Здравствуйте! Сегодня мы распакуем телескопическую вытяжку TF-2003 Duralum 900. Как мы видим, вытяжка у нас будет шириной 90 сантиметров телескоп. Коробка у нас такая длинная. Посмотрим, что у нас есть на этикетках. Плотный такой гофрокартон с логотипом Ката. Так, модель TF-2003 Duralum дробь C. Подключение к сети 220-240 вольт, частота 50 Гц, сделано в КНР. И указано, что вытяжка телескопическая. Посмотрим, как она выглядит у нас и как запакована. Открываем. Коробка огромная просто. Широкий телескоп. Это не каждый день увидишь. Так, смотрим. Как она запакована. Корпус вытяжки обложен по краям пенопластом. Вытяжка плотно в коробке сидит. Также дополнительно, чтобы часть, где лицевая панель вытяжки, уложена таким вообще плотным картоном. Даже согнуть его тяжело. Уже качество упаковки радует. Так, тут у нас что сверху вложено? Наборная планочка. Ну, сейчас мы, в принципе, попробуем ее достать. Вытяжку из коробки. Ух, какая она. Так, что у нас там еще внизу коробки есть? А, инструкция по монтажу. По замене ламп, монтаж, типовая инструкция. Все понятно описано. Так, смотрим дальше, что идет. Так, снимем пенопласт по краям. Да, вот сбоку будут у нас заложены те планки в комплекте идут, которые будут скрывать ящик по краям. Выход 120, переход, вернее, с прямоугольного на круг. И в комплекте комплект монтажных винтов. Так, смотрим, с правой стороны у нас микрофон. Также такой плотный пенопласт. В комплекте идут вот раз доборная планка. Малая и большая доборная планка. Все запаковано аккуратненько. Это используется не в тех случаях, если ящик там у вас нестандартной глубины, с обратной стороны вытяжки крепится, чтобы убрать щель. Так, смотрим, сейчас откроем вытяжку саму. Вытяжка допополнительно запакована в полиэтиленовый пакет. Вот она какая красавица. Такой плотный металл. Вытяжка сама тяжелая. Телескоп. Конечно, качество меня радует. Жироулавливатели такие плотные на замках. Защитную пленку удаляем. Управление колыбели у нас идут. Так, посмотрим, что тут. Да. Идет шнур без вилки для подключения к сети. Сам двигатель. Переходник будет ставиться с прямоугольного на круглый, 120 диаметр. Также он, обратите внимание, сразу гайки есть. Вытяжку можно очень жестко зафиксировать к нижней крышке ящика. Так, и подсветка галогена. Ну, про более подробные характеристики данной модели мы вам расскажем уже в следующем видео.